Сегодня очень приятная миссия, когда вот, видишь такое новое, открывающееся. Вот правильно сказали, что советских времен еще в городе не открывался новый лагерь. Поэтому программа принята, и в городе планируется, это первый из пяти, которые будут в ближайшее время открываться в городе. И я хочу поздравить всех детишек, пожелать вам хорошо отдохнуть, набраться сил и осенью в школу с новыми знаниями. Поздравляю родителей, что дай Бог, чтобы дети были здоровы и радовали вас своими успехами. Нашим уважаемым гостям.